от камня. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога, живаго истины Божий, сияние и образ безначального Отца и животи вечный, треугольный сей камень, а ты чистые девические горы, без рук мужеского семени осеченные, отсеченные, и не возыблемое своя церковь основание, и же излиянием честны твоей крови свою церковь основал еси, смертью его же воздвиг, воскресением совершил, вознесением благословил, сошествием же святаго твоего духа осветил, и разрешил еси ю. Тебе ныне смиренно молим, восли благодать святаго твоего духа, и благослови положение камень сих, и все основания начинающих здания во славу Красвятаго твоего духа. И ты же еси альфа и омега, начало и конец, и же из кони всяческое созда будет начало, умножение и совершение делу сему. Ктиторов же и делателей благослови, и делу рук их поспеши, и вся потребная к сооружению и совершению храма сего твоим божественным промыслом изобильно умножен. Яко да будет храм совершен и полон твоей славы, и в нем прославится твое пресвятое и великолепое имя с Отцем и Пресвятым Духом, благословенно сущее всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословляется камень сей кроплением священной воды сия, непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вышний основай сей церковь, Бог посреде и я, и не воздвижется, и не подвижется, поможет ей Бог утро за утро. Благословенно и знаменно на буди место сие, в дом молитвенный, в честь и славу Богу, в Троице святей славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.